Одна из точек притяжения – городской парк культуры и отдыха – в день рождения Щелково встречал всех с особым гостеприимством. Выступления артистов, цирковая программа, мастер-классы, интерактив. Также в парке состоялась выставка местных предприятий, гордости муниципалитета. Однако самое большое богатство Щелково – его люди. Большая честь для меня, для депутатов, для всех, кто работает в городе, служить для всех, кто живет в Щелково. По традиции, в День города прошла торжественная церемония награждения жителей, которые внесли свой вклад в развитие родного края. Глава округа Андрей Булгаков вручил награды щелковцам. Так, за многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения, высокие личные достижения, звание почетного гражданина городского округа Щелково было присвоено Валентине Козловой. Руководитель муниципалитета поблагодарил Валентину Сергеевну за то большое дело, которому она посвятила жизнь, и вручил награду. Хочу выразить огромную благодарность главе городского округа Щелково Булгакову Андрею Алексеевичу за такую высокую награду. Для меня это огромная честь. Желаю нашему городу стабильности и процветания. Вот таким торжественным и ярким получилось начало праздника. Анна Балиет, Александр Аржевский, Щелковское телевидение.